И последнее. Мигранты организовали нелегальный автовокзал в Новосибирске, уверяют местные жители. Он находится в районе Хилокского рынка. Работает площадка с раннего утра до позднего вечера. И не все рады такому соседству. Вот такой вот шум, гам каждое утро. Вот провожающий. Десятки граждан из стран ближнего зарубежья ежедневно с этой площадки уезжают на родину или прибывают в наш город на автомобилях или автобусах. Такой объект транспортной инфраструктуры доставляет неудобства местным жителям, однако с их слов на проблему никто не обращает внимания. Скажите мне, пожалуйста, кто разрешает здесь ставить автобус? Начальник хозяин. Какая? Какой? Ну вот здесь территория, которая вот территория, я не знаю. Вот. Кто? Ну я не знаю, вот здесь, который вот это. Кто в итоге хозяин нелегального автовокзала? Человек, который, по всей видимости, занимается посадкой пассажиров и проверкой их документов, так и не сказал. Причем мужчина продолжил работу и явно дал понять женщине, что он никого не боится. Я сейчас милицию буду вызывать. Конечно, сейчас я вызову. И проверят у всех документы, и все проверят. Тем более российские. С трудом верится в то, что этот человек работает гидом и рассказывает российским туристам о красотах Хилокского рынка. А если и так, то, возможно, деятельностью этой турфирмы заинтересуются правоохранительные органы. Тем более, со слов жителей, пассажиры стихийного автовокзала регулярно нарушают общественный порядок в ночное время.